теперь на чем я зациклился, где я что-то могу показать. Вот это вот. Эту фотографию мне прислал когда-то. Где он ее раздобыл? Ей цены нет. Это дерево с корнями. Вот. Прислал мне этот. Прислал мне Курдюмов. Вот. А я в это время пытался понять, как на высоту до 100 метров, ну, допустим, это 10 метров, допустим, оно взрослое, как до 100 метров добирается вода. Вот. Попробуйте включить насос, ну, обычный, ну, он обычный, но мощный насос. Сделайте вот так вверх, посмотрите, на сколько метров, всего на несколько метров вы сможете поднять струю. А он мощь какой, а тут насоса нет. И вот тогда я долго ломал голову, я пытался понять науку, вот, зачем режут ветки. Понимаете, ведь достигает вершины, здесь, допустим, 10 метров, а где-то и 100 метров. 10 атмосфер, невероятно, ни один насос, который вы раздобудете, на такую высоту не поднимает. Я норильчанин, у нас насосы не поднимали на это, на 9 этаж, я жил на 9 этаже, не поднимали воду, мы все время без воды сидели. Представляете? Современно. А здесь природа и без всякого насоса. Как? Ну, аплодисментов не надо. Для этого всего лишь надо, чтобы по одним корням поднималась, видите, стрелку. А я не зря это говорю. Можете сказать, чушь собачья, есть еще 40 других этих самых. Кто-то еще круче, который все это переведет в формулы, да? А вот здесь опускается. Для меня всего лишь разница в том, что корень, главный корень, это тот самый стержневой, самый низкорасположенный. По нему, когда идет вода вниз, вот стрелка идет по этому корню вниз, вот он. При этом что происходит? Он тащит воду вверх. Поняли? Вот этот корень, центральный корень, его еще называют стержневой, он тащит воду вверх. А потом я железо включаю, вот там есть канал. Он как-то на моем экране, он сменил канал «Бобер». Тот самый, который учил только убивать. Я ни разу ни одной путни не видел. Так и не увидел. Ни разу. Я все думал, господи, ну показывай там кулинарию. Да хрен с вами-то. Любая хозяйка свалит кашу и это. Нужна ваша кулинария. Вот. Показывает овощи, как садят. При этом трясут этими рекламными этими пакетиками. Ясно для чего. Но садоводству они не помогли. Они огромный вред причинили тем, кто смотрел «Бобер». Канал сменился на другой. Называть не буду. Вдруг однажды Савельич или Железов Сергей, или, может, Макаров умнейший мужик, да? Может, Алексейков еще это, не умнейший, а разносторонний. Вот. Может быть, они будут уже лекции читать там, на усадьбе. Там есть хорошие специалисты. Но этот специалист, он не знает, что творит. Он просто, он увлеченный садовод. Он держит саженец. Что он делает? Сказать? Секатор уже догадались. Что он сказал? Будем подравнивать корни. И вместо того, чтобы вот этот корень, естественно, не загубленный, не обрезанный, в обрезанный корень как вода-то будет? Ему надо вылечиться. Вот. И как этот обрезанный корень, так он же перестает сразу работать, и вот отсюда поступать не будет. А потом смотришь, деревья больные, деревья загибаются, листья, на листьях появляются эти самые же. Они чернеют, они пятнами покрываются, там их много, ржавчина, там это, как еще называют, когда это, одна угольная пыль, уже забыл. Вот, и еще, что только не навыдумали, только потому, что саженец пересадили, уже корень извлечен. Ну, в школе-то можно, неужели старшеклассник этого не поймет, что вот эти ветки, он чашу делает, вот это вот все сделает, чашу, вот. Вот так середку всю вырежет. Вот теперь туда солнце поступать будет. А корни, хрен, вы думали, что корни-то как подавать-то туда будут? Там разрыв. Вот это мое видение. Вот оно такое. Думал, ночами не спал. Думаете, это просто так дается?
Потом хлоп себя по лбу. Да вот же вся причина-то. Зачем нужен длинный корень? Но теперь смотрите внимательно. А сколько корешков? Вот этот-то куда пошел? Зачем сюда? У дерева инстинкт. Она знает, что где что расположено. У нее есть что? Биополе. Вы его не видите здесь, биополе этого. Не эту. А дерево знает, с какой стороны, допустим, вот это минералы грызет, вот это вот. Вот это вот пошло сюда, а здесь что-то. Ему же нужно весь состав таблицы Менделеева. А то подкормим дерево. И начинается. Оно вам надо, ваша эта подкормка. Ребенка вырастите одним сахаром, например. Вот. Или одни булочки. Или даже если одно мясо. Вы знаете, что как это трудно и невозможно, и не лезьте вы не в свое дело. Я тем говорю, кто светится на экране с секаторами и с этими, с рекламными упаковками. Я читаю Урванцева. Знаете такого? Найдите, хоть с экрана прочитайте. Я северянин Алексей. Как я это читал? И он говорит, это чукчи, чукчи, эти долгане, немцы, значит, живут себе, живут, вот. Он может сырую печень съесть у рыбы чир. И уже у него есть эти самые витамины достаточно. А русский человек приезжает на север. А Ленина полно? Полно. Куропаток настрелял? Настрелял. Через несколько лет умер. Питался мясом и через несколько лет умер. Болезни и смерть. Вот что ждало белого человека на севере. И это самое ждет деревья. Это самое. С вашей кормежкой. Показывает яма огромная, вот этот же телеканал. Я вам показывал, помните? Рядом мешки, рядом эти самые. Вот. Зачем ему это надо? Зачем ты туда... Ты хоть сказала бы, вот цепим доломитую муку. Будем раскислять почву. А ты спроси у людей, скажи им людям-то, кто из них пойдет проверять pH, по лабораториям бегать? Хочешь сыпать? Сыпь, отступись на 2-3 метра. Что потом дерево сделает? Ну-ка. Вот, найдет, если ему надо. Извините меня за такой тон. Это называется не лекторский тон, а как он? Господи. Как раньше начинали те, которые ходили с розгами. Да, менторы, менторы. Вот я такой ментор, только я секу словами. Знаете почему? Англичане покорили весь мир. Над Англией не заходит солнце. Помните? Индия, Австралия, Канада, Великобритания, еще десятки этих колоний. Позже всех отменили эти розги в школах. Зато выходили оттуда умные люди.